До сих пор задаешься вопросом, где купить топовый аккаунт без фарм-симуляторы, а к тому же еще с огромной суммой робуксов на балансе, которую ты можешь потратить в любой игре и в любую игру задонатить, тогда тебе именно сюда. Переходи и покупай. За эту группу я полностью тебе отвечаю, потому что эта группа уже работает больше 2 лет. А это значит, группа полностью честная. Ну а что ж, погнали к ролику. И всем привет, дорогие друзья, с вами Костик Попол на связи, и сегодня у нас выходит новый замечательный топовый ролик. Так что перед началом этого ролика не забывай поставить лайк, подписаться на канал с колокольчиком, чтобы не забывать о моих новых топовых роликах. Кто не знает, что дает тебе колокольчик, то колокольчик тебе дает оповещение о моем новом бомбическом ролике. Так что обязательно не забывай это делать. Ну и также напиши интересный комментарий. Допустим, опиши свою жизнь в комментариях. Что ты делал сегодня, чем ты занимался. Описывай обязательно. Можешь описать свою жизнь в симуляторе пчеловода. Мне также будет очень интересно знать. Ну и в конце укажи свой ник в Роблоксе, чтобы я тебя добавил в друзья. Ну а кому вообще нечего написать в комментариях, то ты можешь описать мой прошлый ролик. Что я там делал, о чем я вам там рассказывал, ну и также указывай свой ник в Роблоксе в конце комментария. Ну а сегодня я буду всех принимать, друзья, на свой основной аккаунт, то есть на Костю Попо. Так что, в принципе, дерзайте комментарии, буду всех добавлять, и все комментарии я обязательно прочитаю. Если ты получил на свой комментарий лайк от меня, то есть там будет сердечко такое, кругляшок с сердечком, то это значит, я прочитал весь твой комментарий. Так что, не забывай об этом. Ну а что ж, сегодня будет очень крутой ролик, сейчас я вам расскажу, о чем он будет, но перед началом этого ролика не забывайте. Как только на этом ролике набирается 199 лайков, так сразу же я выпускаю новый бомбический и интересный видеоролик. Ну что ж, давайте же перейдем к тому, то что будет сегодня в ролике. Я думаю, то что вам очень это понравится, также жду ваше личное мнение по этому поводу в комментариях. Ну что ж, ребят, погнали. Ну и что ж, мы возвращаемся к ролику. Сегодня с нами в ролике кто? Герман были, ребята, всем здорово. Я думаю, вы вообще не ожидали меня здесь увидеть. Давно мы с Костей не встречались, не снимали никаких видосиков. И вот, наконец-таки, этот день настал. Чем мы сегодня будем заниматься? Да, сегодня мы будем искать все секретные места, а именно все секретные предметы в симуляторе пчеловода. Так что надеюсь, что вам это очень понравится. Ну и также, кому не сложно, то вы можете перейти в описание ролика. Также будет в закрепленном комментарии указан ссылочка на канал Германа. Так что подойдите к нему, подпишитесь на него, потому что все-таки подписчиков очень мало, а Герман снимает очень интересные видосы. Ну что ж, погнали к ролику или что? Как? Да. Ну что, давай будем сразу искать. Я тебе предлагаю с легких таких зон начать, чтобы себе голову не забивать ничем. Так, ну смотри. Смотри. Я уже знаю один секретик. Ты знал то, что вот здесь это можно найти Royal Jelly. Ну-ка, нифига себе. Ну да, я ее уже подбирал. Ну мы ее тут все подобрали, смотри. В принципе, да. Но вот некоторые наши зрители могут, извиняюсь, не знать о ее вообще существовании. Так что, ребята, просто поднимайтесь наверх магазинчика и забирайте бесплатную роялочку, что же. Да, а но мы... отсюда мы можем далеко не отходить, потому что смотри, что у нас есть на другом магазинчике. То есть мы можем отсюда подняться, вот так вот перепрыгнуть и встретить еще одну рейд-жилешечку. То есть, как бы это двойное получение приза. Ну, я могу тебе прям тройной сейчас показать. А ну-ка, давай. Мы уже двое нашли. Две секреточки уже на базе. Мы летим отсюда. Проходим такой паркурчик небольшой по грибочечкам, сюда. И смотри. Ой. Там, короче, сверху еще одна. Ага, я заметил. Так, еще третья жилешечка. Это уже, блин, это можно три пчелы сделать какие-нибудь редкостные. Может, легендарочку даже выбить. Ну, слушай. Смотри, что на дуванчике есть. А, ну... И тут еще и четвертая, ребята, вы представляете, четвертая, вот она сверху, в принципе, вы все видите, я еще и пятую заметил. Я тоже пятую заметил. Вон, возле старой звезды, то есть, видишь? Все правильно. Вон, ребят, показываем курсорчиком, где находится еще одна секреточка, то есть мы уже открыли 5 секреток, где еще могут быть? В принципе, Слушай, я думаю, что мы просто обязаны показать вот эту секреточку, я ее, правда, пропустил уже немножечко. Смотри. Что-то тут неладное, правильно? Так, это что такое? Это... Ну что там такое? А ну-ка, это тикет. Надо. Это нифига себе, билетик. А билетики, они всегда нужны, в принципе, чтобы купить что-нибудь. Если быть точным, их тут вроде как 3 штучки лежит. Да, их тут ровно 3 штучки лежит.
Это вообще замечательно. То есть мы открыли уже, это получается по счету у нас пятая секретка, да? Это шестая секретка. Нет, шестая, да, все правильно. Да, шестая секретка, также я вижу сразу седьмую. Пойдем, покажу тебе ее. Пойдем, как ты видишь, можешь посмотреть. Наблюдать, на бамбуке еще одна секретка находится. То есть вон сверху. Слушай, опять роялочка, как-то много роялочек тут разбросано. Семь секретов. Также я могу тебе показать уже восьмую, потому что как я вижу, мог восьмую, заметить, вот уже восьмая. Это опять роялочка. И вот опять роялочка, да. В принципе, кто не может сюда добраться одним прыжком, то вы можете вот так вот оббежать магазинчик, забраться вот на этот магазинчик, да. Забираете, сюда падаете вниз и так проходите дальше. И можете ее, в принципе, вот так вот и забрать отсюда. Это классно очень. Только я заблудился, а вот, все, вышел. И можете забирать ее. Могу показать тебе сразу же еще одну роялочку. Она уже находится в синеньком магазине. Я ее заметил уже снизу. Ага, она на пойдем. Втором этаже у нас получается. Давай посмотрим. Пойдем. Поднимаемся, а ну-ка. И вот она здесь у нас. И вот девятая секретка, которая открыта в магазинчике синеньком. Тоже реаль-желешечка. Блин, что-то много сегодня реаль-желе, как-то очень. Ну, в принципе, больше пчел будет хороших. Так, пойдем еще посмотрим. Тут вообще очень близко находится очень много секретных мест. Ты знаешь о них? Я знаю о многих местах, и, честно говоря, я думаю, что не все знают про лабиринт вот в данном магазинчике. Да, лабиринт — это самое сложное. Смотрите, вот здесь есть такой вот проходик, мы проходим, и здесь лабиринт. Да, то есть вам нужно запрыгнуть на него, дальше вы просто бежите, оббегаете. Я вообще туда зашел, нет? Я куда-то вообще не туда попал, походу. А я в лабиринте, вот. Ага, ты про этот лабиринтик, да, давай. Да, я про этот лабиринт. То есть и тут можно проходить лабиринт, вот здесь нету секретки? У нас просто... Нету. У нас канистры не огромные, мы не можем пройти нормально. Так, Аса, ну-ка, сейчас мы найдем все. Тут обязательно... Нет, я вообще не нахожу ни одну секретку. А ну-ка, сейчас. Слушай, я походу что-то уже нашел. Я вообще ничего не нахожу. Ладно. Я тоже ничего не нахожу. Так, а ну-ка, ну это обманка получается какая-то. Да, но тут что-то явно лежит. Так, в общем, ребята, там по-любому что-то лежит. Там есть, но я что-то не наблюдаю из-за того, что я очень жирный. Очень. Да, тут вообще я не нахожу. А, вот, я нашел, ребят, вы можете вот прямо сейчас наблюдать, реаль-желе тут лежит. На самом-то деле тут еще один токен валяется, но вроде бы семечки. То есть надо будет походить по лабиринту и поискать. Я особо не могу их найти, потому что, как вы видите, один только заметил. Думаю, то, что Герман вообще не заметит, потому что мы очень жирные в этих кокосовых портфелях. Так что это вообще, я даже выйти отсюда не могу. Ты срочно должен бежать на улицу. Это прям не обсуждается. Так, я это уже делаю, так, опа. Ну, я сейчас нашел выход немного побыстрее, так что, в принципе, я к себе прилечу сейчас. Да. Ты сейчас просто офигеешь. Так, а ну-ка, я бегу к тебе. Сейчас все будет. Ребята, вы сейчас тоже все просто, у вас голова взорвется. Так, я здесь. Ты знал то, что за ананасом лежит ананас? Да ну... Реально, ребята, посмотрите, тут находится ананасик. То есть вы можете просто так получить ингредиент ананасик. Конечно, не знаю, зачем он так сильно вам понадобится, но в любом случае это как бы секретка. Ну, мы можем отсюда далеко, в принципе, не отходить. Смотри, пойдем за мной, я тебе сейчас кое-что покажу. Смотри, если мы зайдем за этот ананас, мы находим тут клей. Видишь? Слушай, вижу клей. То есть это получается... еще... Стоп, это что получается? Я беру клей, и дегами ботинок мне нужно еще каких-то там 499 штучек? Да, все верно. Но все равно этот клей пригодится, может купить какую-нибудь масочку себе или прикупить какие-нибудь наплечники. В любом случае, это простой клей, который можно получить бесплатно. Вы, ребята, знаете, что клей очень ценится, так что не пропускайте это место ни в коем случае, вообще никак. Да, но мы отсюда можем даже не отходить, мы можем забраться вот сюда по этому ананасу, и внутри этого ананаса, то есть вот ко мне подбеги, тут более, наверное, легче будет запрыгнуть. Я не могу запрыгнуть. Ну, а вот, запрыгнул. Смотри, что в ананасе, на башке ананаса, то есть на лысине ананаса находится как бы что-то интересное. А это у нас что там? Это у нас тикет, билетик. Да, это тикет. Это все верно. То есть еще плюс один тикет. Ну, вроде как их тут штуки три, если я не ошибаюсь. Очень давно их подбирал, но тоже вроде около трех штук. Ну, раз мы здесь, я тебе предлагаю еще вот этот магазинчик обойти. Стой, насчет магазинчика ты постой. Пойдем, я тебе покажу еще...
Ну вот давай, а это... Смотри, за мной лети, вот сюда тебе так. Нужно полететь за мной. Так, надо так. Запрыгнуть бы как-нибудь сюда. Вот, я запрыгнул. Так, ты где? Я тут пытаюсь залезть на ананас. Успехи пока не так, очень. Я вижу, как ты пытаешься залезть, это очень смешно. Ну... Опа, ты залез, получили. Ты залез. Тебе нужно на этот ананас залететь. И запрыгнуть ко мне, вот, да, вот отсюда. Черт. Ты упал? Ой. Ты упал? Ты упал? Я застрял немножко. Где ты застрял? О, стоп. Я в ананасе, все. Блин. Ну запрыгни вот на этот клуб, вон там. А, все, ты запрыгнул, да? Тебе нужно, нет, к боку подбеги. Вот, смотри, вот отсюда, вот сюда наверх, так вот. Упал. Опа, ты запрыгнул. Смотри, мы теперь летим сюда, и тут смотри, что находится. Так я для тебя место освобожу. Еще, один. Еще билетики. Да, еще тикеты. Это, в принципе, так, уже какая секретка по счету. Это уже нифига себе. А мы даже не считали. Ну, неважно. Неважно, в принципе. Ребята, кому не лень, посчитайте, сколько секреток мы сегодня в ролике нашли. И если мы о каких-то секретках забудем, то напишите, о какой секретке мы забыли. Пойдем, покажем, что на магазине ты хотел мне показать. Да, пойдем его посмотрим весь. Наверное, там что-то интересное. И кто не знает, ребята, это новый магазинчик, который был добавлен год назад. В принципе, это из нового, потому что обновление у нас почти что именно каждый год. То есть ровно 12 месяцев нужно, чтобы вышла новая обнова. Поэтому это из новых магазинчиков. Как вы видите, сразу можете наблюдать. Тут сразу находится рояль-желешечка. То есть на углу. Ну слушай, здесь прям аж три предмета лежит. Смотрите, первая это рель-желешечка, вторая это Honey Suckle, то есть какой-то ландыш. Да? Это у нас Honey Suckle, да, все правильно. Все, это медовый цветочек. И третья у нас... Видите, двойные эти кубики. Да, кубики, что они нам дают? Дают бафы, получается двойные. А вот здесь вот еще можно паркурчик. А тут, да, тут жесткая, тут очень жесткая секретка, но тебе нужна ночь, чтобы пройти этот паркур. Я, честно говоря, очень тяжело его проходил, чтобы получить... И вон она лежит, там старджелька. Так, давай. Можете ее собрать. Вон, да, старджелешка лежит, я даже ее не подбирал, смотрите, ребят, даже я ее не смог достать, потому что, ну, очень тяжелый паркур. Ребят, кто я вот достал? Смог. Да, ты прошел его? Смог. И это я. Я из тех. Но я его не прошел, но он как бы рельжечки. Ребят, напишите, что я ленивый гад, который не может пройти этот лабиринт и получить бесплатно стар жилешечку. То есть, ну, это, если честно, очень обидно. Да. Так что не забывайте об этой тоже секретке. Пойдем еще одну стар жилешку покажем. Тут, в принципе, она недалеко находится. Ты знаешь о ней? Ну, прям если недалеко. Недалеко. Где ты забыльники в магазинчике? Знаешь там, что находится? А, ну да, конечно, знаю. Так, летим сюда. Там тоже офигеть, какая крутая секреточка. Ну, ребят, дальше будут вообще очень лютые секретки, которые вам очень сильно понадобятся. Смотрите, мы заходим в этот магазинчик, и тут сразу на блендере находится еще одна стар желешечка. Просто бесплатненькая. Это, считай, одаренная пчелка. Да. Либо ингредиент. Бесплатная. Ну смотри, если мы получаем 10 золотых бэджиков, то мы можем пройти сюда и получить еще одну. Просто бесплатно и еще одну старжелешку. Сзади там ничего нету. Да ну. Но тут, сзади, ребята, ничего нету. Да, ничего нету, но это отсылка к новому обновлению, так что, ребята, хавайте это. Да. Так, ну смотри. Здесь мы показали все. Но, естественно, мне кажется, мы должны показать о самом главном месте, о котором все должны знать. Ты, походу, да, уже понял, про что это. Да, я понимаю, ты хочешь поговорить о яйцах, а именно о каких? А именно о золотых. Да, смотрите, ребята, мы должны набраться скорости, то есть наши пчелки выдают много скорости, но у вас, скорее всего, разнопланули, и поэтому у вас скорость будет выдаваться намного быстрее, чем, допустим, мне или Герману, потому что у нас особо-то и нету таких пчел, которые постоянно выдают токен скорости, то есть вот, я набрал X0 скорости, наверное, да, X3 скорости набрал, в принципе, что, побежим, покажем. Ну, у меня X2, ну, слушай, я могу попробовать рискнуть. Ага, у меня сейчас скорость пропадет уже. У меня тоже. Так, я еще и медведя подобрал, я еще быстрее стал. Ну, давай попробуй показать, а я за тобой как-нибудь забегу.
Давай, все, погнали. Там есть что, тараканы, надо будет их убивать. Сейчас, вон, ребят, мы начинаем бежать. И там в конце находится золотое яйцо, которое вы можете бесплатно, ребята, получить, но меня убил паук. Вот, вот оно, яичко, смотрите, вон оно. Так, забирайте, я вижу, его, тебя сейчас убьют. Ну все. Я видел, как за тобой бежали, тебя убили. Ну, в принципе, это тоже бесплатная, хорошая такая секреточка. Погнали, я тебе еще одну покажу офигенную секретку. Это тоже старший лешечка, они, думаю, тоже должны знать все. Кстати, мы тут не заметили то, что тут находится еще одна секретка. Тут находился микроконвертер. Да. Ну, слушай, микроконвертер тоже хорошо, кстати, вроде. Здесь тоже три штучки лежит, не помню. Но вроде три. Ну, это, в принципе, ребята. Ну, в любом случае, это приятно. Пойдем, я тебе покажу, что еще вот в этом магазинчике находится. Это тоже такая интересная секретка. Даже отсюда мы далеко отбегать не будем, потому что тут еще одна будет. Хотя нам придется умирать. И тут, так, а ну-ка идем. Спускаемся сюда вниз, и тут находится еще одна старая лешечка. Вот она, прям тут, перед нами. Да, кстати, там ее можно будет с другой стороны увидеть, но забрать вы ее оттуда не сможете, только вот здесь вот как раз таки. Но это, в принципе, тоже очень даже приятно, то, что она тут находится. Да, ребят, кстати, мне кажется, что это очень длинный видос за последнее время, и вы, ну, просто обязаны, ребят, поставить лайк. Ну вот прям 100%. Я думаю, лайк должен обязательно стоять, особенно когда я выпускаю ролики по 20 минут, для меня, в принципе, это не проблема, так что, в принципе, погнали. Да. Ну, мы по крайней мере, у меня снимаем. Точно. Ну, это вообще жесткий у тебя, наверное, видос будет среди всех. Пойдем, сейчас я тебе еще покажу одни секретки. Это очень жесткие секретки, которых, ну, в принципе, наверное, никто не заметит даже. Тут на ананасе, ой, на ананасе, на кокосе находится сзади кокос. То есть ты можешь получить просто кокос. Звучит интересно. То есть, видишь, тут кокос. Тут да. Должен быть кокос, то есть еще один круглый такой кокос, но он убран из-за того, что тут добавлена секретка. Видишь, да? И вот так вот просто запрыгивайте, забирайте, и потом попадайте в лапы крабу. Да, но нам сейчас нужно будет убить краба. Знаешь зачем? Да, потому что я сказал, что у него лапы, хоть у него и клешни. Да, но так я тебя понимаю. Но перед тем, как мы будем убивать краба, мы сходим сейчас за мной. Иди, я тебе сейчас покажу еще одну секретку, которую я только что заметил. Если бы сейчас ее не заметил, я бы про нее забыл. То есть мы спускаемся сюда, и здесь находится Клодвилл, то есть облачко. Баночка с облачком. Я пойду ее вот все подобрал и задоначу прямо сейчас. То есть у тебя реально она не подобрана была? Ладно, она у меня была подобрана, поэтому у меня нечего донатить. Ты меня обмануть хотел, да? Да. Я понял тебя. Ну пойдем, короче, убьем краба, потому что нам туда по-любому нужно войти и получить много всяких интересных ресурсов. В принципе, погнали вместе. Пожалуй, масочку одену. Думаешь, долго убивать будешь? Честно говоря, где-то минуты три. Ну, я тогда думаю, то, что можем сейчас поставить, в принципе, на паузу и вернемся тогда, когда мы убьем его. Как ты насчет этого? Слушай, идея хорошая. Ребята, вы пока тоже можете поставить на паузу, сходить на кухню, принести себе печеньки, заварить чаечек и продолжать просмотр уже, так скажем... Интересного, очень интересного ролика. Ребят, мы убили крабов, все, два краба просто убиты, и теперь мы можем идти показывать вам еще одни интересные, и вот это из самых таких жестких предметов, ну как из жестких так, ну более-менее предметы, но все же, если вы их получите, вам будет очень приятно. Ты заходишь? Где? Да, отстань от меня, я тут собираю с краба предметики. Ну-ка, я посмотрю, как ты это все делаешь, ну-ка. Что-то предметов я не наблюдаю. Ну, как бы... Бывает. Все, ну ладно, давай сюда зайдем. Смотри, заходим. Получается, сюда вот запрыгиваем вот так вот. Берем кокосы, да. После краба как убили, запрыгиваем сюда, и здесь находятся интересные ресурсы. То есть целых три токена в одном месте. Понимаешь? Это у нас эндимка, бобы и билеты, слушай. Ну, в принципе, это очень приятные ресурсы. При том, то, что тут не по одному их даются, а по три и по две штучки. Да, вроде бы по три, по пять. То есть джелибинов вот этих, их дается три штуки. И также энзимов, сколько их? Ты помнишь вообще? Да, вроде только по три штуки как раз таки дается. Ну вот. Ну, энзимка это прям очень приятно. Вот максимально. Да, ну в принципе 50 ананасов стоит, и плюс еще сколько там, 10 ралли-желе, это очень дорого, я бы сказал. Или 50. Да. Ну, 10, короче. 10. Ну все, пойдем, короче, наверх. Пойдем наверх, покажем самое такое из жестких. Пойдем.
Где? Так, наверх ты имеешь в виду на пушечке, да? Ну давай. Да, на пушечке полетели к Анетику. Анетик нас покормит очень вкусно, хорошим ресурсом. То есть, видишь, она какой дружелюбный стоит, нас встречает. В принципе, да. Ты тут можешь ничего такого не заметить. Но, в принципе, ты должен знать о этой, как бы, секретке. Расскажешь о ней? Да, но мне кажется, ты должен подождать меня. Так, ты. Обнова где? Я не вижу обнову. Ты обещал нам обновление. Аннет, если до Нового года ничего не будет, я вот приду к тебе и сам выпущу обновление, понятно тебе? Все, договорились. Так, что там говорил? Так, я все понял. Я думаю, то, что нам нужно показать очень жесткую секретку, о которой ты должен рассказать нам. Где она находится? Ну, если не рассказывать, а я понял, о чем ты. Ребята, во-первых, встаньте не сюда, а вот куда-нибудь, вот сюда, чтобы вам было удобнее. А нужно иметь парашют, и если кто нас понял, секреточка находится под Анетом, а именно у черного медведя, который вон там вот охраняет золотое яичко, которое очень вам пригодится, вот максимально. Как вы знаете, а если не знаете, есть демон-маска, которая у нас сейчас есть, ну, правда, у меня демон, и она стоит 5 демонов яичек. А вот там вот лежит одно. Ну что, попробуем туда долететь тогда? Ну тогда пробуем. Все, давай. Раз, два, три. Полетели. Все, я уже поплыл туда. Вот оно. Даймонд яйцо, ребят, в принципе, вот сейчас можете наблюдать его. Оно вот тут сверху находится. Ну, походу, вы сейчас не увидите из-за того, что я умер. Но там находится даймонд яйцо, которое вы, в принципе, можете подобрать. И в дальнейшем оно вам очень сильно пригодится. Дальше. Ты знаешь о каких-то еще секретках? Да, я знаю. О, Саеть, мы забыли с тобой того же такое очень главное место. А мы сюда еще не входили. Я тебя так, понял, тут в этом месте очень много секреток находится. Ну, смотри, не сказать, стой. Ты хотел куда побежать? Вправо или влево? Назад? Ну, точнее, туда. Ну, стой. Перед началом этого давай сюда запрыгнем. Вот сюда, и тут находится сразу секретка. Только я, походу, заблудился. Так, ну-ка, вот, смотри, сюда запрыгиваем, и тут еще одна секреточка. То есть тут находится тикет. То есть тоже бесплатно. Да, бесплатный тикет. Так, ну, а также мы можем тут сразу пропрыгать, ну, или можем пройти по пути, которым нубики будут ходить. Ну, давай тогда сначала мы вот эту территорию с тобой посмотрим. Что ж, пойдем. Тогда сюда. Сюда пролетаем, не знаю, бежим, вообще без разницы. И здесь у нас, смотрите, end pass, просто бесплатный проход в муравейник, ребята, валяется. Да, в принципе, может получить бесплатный муравьиный билетик и пойти в него сыграть, получить амулетик. В принципе, это тоже очень приятный такой токен. А вот теперь очень вкусненькая такая территория, я всегда ее любил. Ребята, запрыгиваем мы ногами пчелочку и дарим ей желе. Антигонечные гандромы. Гандромы. Нажимаем, мы попадаем сюда. И я здесь. Прям обожаю эту территорию, не знаю, она мне очень нравится. И сразу же, сходу мы видим индимку. Она валяется у нас в левом углу. Она сколько? Там вроде одна штучка, насколько мне известно. Да, тут одна только штучка. И сверху посмотри, вот, что еще там валяется. Да. Пойдем, подойдем. Тут еще и валяюсь, да. Ну, перед тем, ребят, как вы захотите сюда попасть, вы, может, у вас нету именно пчелы, которой, чтобы вы сюда попали. В общем, вам нужна гамми-пчела, чтобы вы смогли проходить сюда. Если у вас нету гамми-пчелы, вы сюда никак не попадете. То есть даже если вы будете кидать гандроп, вы сюда не попадете. Вам нужна гамми-пчела. Но все же можно получить вот эту интересную желешечку. Да, но еще смотри. Самое вкусное. Ну вот смотри, глиттер лежит. А, нифига себе, я об этом вообще забыл. Смотрите, ребят, тут реально еще и глиттеры возле гамми-ботинок сзади находятся. Это вообще жестко. Не забывайте про глиттер, потому что глиттер, как и клей, очень ценится. Так что давайте вы не будете пропускать это место. Заходим и забираем бесплатно. Вот и все, ребята. В принципе, это тоже интересный такой ресурсик. Ну, и также, ну, это не секрет, по сути, но все же ты тут можешь получать вкусные свои бесплатные клеи. То есть, я нажимаю, что получил. Которые я, кстати, получил. 5 клеев. Ну, вот я тоже получил. Все, нам нужно получиться умирать. Что, серьезно, он тебе сказал то, что ты умрешь? Да нет, я просто взял и умер. А, да, ты опять меня обманул, получается, правильно? Все правильно. Ты какой-то обманщик сегодня, ну ладно. Какие секреты ты еще знаешь, в принципе... Ну слушай,
Пойдем-ка мы с тобой в одно местечко. Стой, сейчас. стой. Пока не будем уходить. Отсюда далеко не стоит уходить. Мы, смотри, мы идем туда, за мной, Питер. Сейчас я тебе кое-что покажу, что есть. Я понял, что ты хочешь мне показать. Так, мы заходим сюда, и здесь внутри есть тикет. То есть вот он, бесплатный тикет. Валяется такой вкусный, приятный. И правда. Ну ты забегай, куда там нужно, потому что я зайду просто через магазинчик и покажу его. Так, в принципе... я думаю, через магазин могу запрыгнуть. Нет, я не смогу, походу, запрыгнуть. Или смогу. Ребят, проходим здесь паркурчик, и здесь будет лежать... еще одна старжелешечка. Ой, старжелешечка, обычная желейка. Тоже приятно так. А где она? Вот она лежит. А вот она, я что-то не заметил. Ходом. Вот она лежит. Да, все, прекрасненько. Забирайте еще одну роялочку, подходите к своему улью и убивайте мифика. Но это произойдет только в том случае, если... у вас будет удача. А удача, как ее получить правильно? Подписаться на наши каналы. Я думаю, вот я думаю, да, вот об этом нужно было и говорить. Я думаю, так и нужно. Но я думаю, нужно еще одно показать. Я же хотел все-таки, нужно показать еще вкусно. Давай, я ее тебе покажу. Не сказать, чтобы она прям такая замечательная и классная. Но все же секреточка. Да, в общем, мы... давай направо с тобой. И вот сюда звездный такой магазинчик. Здесь так, еще амулетики можно получить. Ребята, когда вы сюда заходите, сначала вы ничего, к сожалению, не заметите. Но вот если вы пробежите дальше и зайдете за 40-й амулет, здесь будет лежать эндпасик. Да, еще один эндпасик, то есть всего их имеется 2 штучки, если вы не знаете. Всего 2 секретки с эндмассами. То есть вот так вот как-то. Ну, в принципе, тоже приятно. Да, это максимально, даже я бы сказал, приятненько. Ну, слушай, я что-то как-то уже не могу найти, где... Я тоже, вроде бы мы все даже показали, если честно. Ну, вроде как все. Вроде бы все. Ребят, в общем, если вы знаете о каких-то еще секретках, которые могут быть, то напишите обязательно об этом в комментариях, а мы с Германом посмотрим. Может, мы чего-то забыли, может, что-нибудь не показали. В общем, описывайте под видосами в комментариях. Мы обязательно прочитаем и найдем эти секреточки. То есть, как-то так, ты думаешь, Герман? Да, Герман просто умирает, но что хочу сказать я вам. В общем, всем огромное спасибо за просмотр этого видео. Подписывайтесь на канал. В принципе, ссылка на канал Германа будет в описании. Так что вы сможете перейти, подписаться, поддержать мальца, потому что очень мало подписчиков у него. И я думаю, то, что если вам понравится такое видео, и вы захотите еще каких-нибудь совместных видео, то вы можете написать лично свое мнение в комментариях. Ну и мы уже определимся, снимать нам еще такие видео или не снимать. Ну что ж, на связи был Костик Пау-Пау и... да, Герман Белли. И оставайся добрым, будь мудрым.